39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признался в совершении теракта в центре Стокгольма. По версии следствия, он приверженец запрещенной в России группировки «Исламское государство». Напомню, в пятницу грузовик въехал в толпу людей около торгового центра на пешеходной улице в центре шведской столицы. Затем машина заехала прямо в помещение торгового центра и загорелась. Погибли 4 человека, 15 ранены. В момент теракта Акилов был за рулем грузовика. Родственники утверждают, что он никогда не интересовался политикой и религией. Посылал деньги жене, которая вместе с 4 детьми осталось в Узбекистане. Акилов жил в пригороде Стокгольма и работал на стройке. Ранее шведские власти отказали ему в предоставлении вида на жительство.